have bad news for you. We're gonna meditate. So please get ready. So because we will finish the Lamrim in Kyoto, if we all live that long, Ну что ж, добрый день. И мы собираемся начать записывать 100 медитаций. И это первая медитация. Так что вы сможете сказать, я был там, я все это слышал. Они не называются медитациями Ламрим, они называются медитация взятка. Почему мы их называем медитациями-взяткой? Если вы присоединились к программе ACI 30-30-30, $1 в день. Каждый может это сделать. То вы получите 100 видео, как только они будут готовы. Вы их получите буквально на следующий день, да, Тим? Ну, очень быстро. А если вы бурчун и ворчун, и $1 в день не делитесь, то мы вам отправим видео, которое записало... Мы вам отправим видео с сервисом почты Соединенных Штатов. Это будет примерно 6 недель и дольше. Я думаю, что это прекрасная идея получить 100 медитаций и участвовать в программе всего лишь $1 в день. И если вы примете участие, это значит, что ACI будет свободен навсегда, и нам не придется больше у вас выпрашивать по $10, поскольку это значительная трата времени впустую. Друзья, вы готовы? Хорошо. Не забудьте, если вы будете вот такие звуки издавать в этой медитации, то она будет длиться 100 лет. Ясно? Вы знаете, у нас четверо братьев, и мы такие хулиганы. Мы... тихо, но разрушительно сила. Поэтому тихонько сидим. Не знаю, может, сын твой так сделает, такой звук издаст. Друзья, вы готовы? Точно? Хорошо. Предполагается, что медитация длится полчаса, но первая медитация, Тим, я думаю, будет 45 минут, поэтому, пожалуйста, приготовьтесь. Давайте. So please get settled and get comfortable. When you meditate in a group, it's better to try to control yourself, okay? Сохраняем медитативный настрой. Вот, держи Майкл снова с нами. Итак, пожалуйста, устройтесь, примите позу, прочистите горло, okay. Прокашляйтесь. Легкая улыбка на лице. Я предпочитаю слегка подтянуть живот. Это помогает поддерживать спину в медитации. Постарайтесь расслабить лоб. Расслабьте руки. Вы можете любым образом положить руки, но убедитесь в том, что они расслаблены. Слегка отведите плечи назад, выровняйте их.
eyes are looking straight ahead, but your eyelids are closed. Смотрите прямо перед собой, но прикройте веки. Глаза устремлены к горизонту с прикрытыми веками. Если вы опустите глаза вниз, то ваш подбородок опустится вниз, и тогда вас может накрыть сонливость. Если вы открываете глаза, то смотрите прямо перед собой. И сейчас мы проведем подсчет циклов дыхания 100 раз. Обычно мы говорим о 10 циклах дыхания, но я обнаружил, что счет 100 циклов совершенно успокаивает мой ум. Поэтому мы с вами выполняем 100 циклов дыхания. Выдох — это первая половина цикла, и вдох — это вторая. Мы выполняем 100 циклов дыхания. Если вы начнете думать о чем-то ином, пожалуйста, верните свой ум обратно к дыханию. Не расстраивайтесь и не слишком наседайте на себя. Пожалуйста, мягко обращайтесь своим собственным умом. Скажите ему: «Давай вернемся к дыханию». Вам будут приходить в голову разные мысли, и когда вы это заметите, пожалуйста, вернитесь вниманием к дыханию. Выдох, вдох, 100 раз, начали. Расслабьте уголки рта.
А сейчас мы выполним подготовительные шаги 6 плюс 1. Первый. Подумайте о ком-то, кем вы поистине восхищаетесь. Это может быть человек из вашей жизни. Нет, это не обязательно должен быть религиозный человек. Может быть, кто угодно, кем вы поистине восхищаетесь. Кто-то, на кого вы хотите быть похожим. Может быть, вас восхищает какое-то одно качество, а не вся жизнь этого человека. Может быть, этот человек обладает особой способностью быть терпеливым или проявляет чрезмерную, удивительную доброту. Вспомните человека, которым вы восхищены, и пригласите его прийти к вам в медитацию. Это может быть известный человек из прошлого. Мне нравится приглашать в медитацию Арию Нагарджуну, Джетсон Капу. Это может быть также кто-то, с кем вы еще не повстречались. Мы все с нетерпением ждем того дня, когда мы сможем напрямую встретиться с Буддами. Может быть, мы можем пригласить их в нашу медитацию прямо сейчас. Поэтому кто-то из прошлого, настоящего или будущего, кем вы восхищены. Может быть, кто-то, у кого нет той проблемы, что есть сейчас у вас. Например, если вы чувствуете определенное нетерпение по отношению к кому-то или раздраженность. Постарайтесь вспомнить или пригласить кого-то, кто, как вы знаете, невероятно терпелив. Вы можете визуализировать этого человека на уровне своего лба. Вы можете представить этого человека размером с ноготь большого пальца руки, примерно перед своим третьим глазом, парящим в воздухе. Примерно на полметра перед собой. Мне лично нравится представлять этого человека в полном размере, сидящим рядом со мной, очень расслабленно, как будто мы два друга, медитирующих вместе. Мне нравится быть другом с этим человеком. И медитировать вместе, как это делают друзья. Поэтому, пожалуйста, ясно увидьте этот образ своим мысленным взором и подумайте о том, почему вы восхищаетесь этим человеком. Какое качество есть у этого человека, которое и вы хотели бы иметь? А теперь представьте, что вы делаете подарок этому человеку. Мне нравится выполнять подношение Самантабхадры. И это значит, что вы покрываете небо. Сначала я думаю о синем небе.
Думаю о том дне, когда небо полностью голубое, безоблачное, а затем я покрываю все небо. Мне нравятся красные розы. Я покрываю все небо прекрасными цветами и преподношу их этому человеку, чтобы воздать честь и хвалу. Затем мы выполняем признание. Подумайте о чем-то, что вы совершили в прошедшие 2-3 дня, и чем вы особо не гордитесь. Может быть, вы сделали что-то неправильное по отношению к другому человеку. Может быть, позавидовали кому-то. Подумайте о чем-то нелицеприятном, что вы совершили в прошедшие 2-3 дня. Конечно, мы совершили множество неправильных поступков, поскольку на это требуется лишь несколько секунд для создания негативной кармы. Но цель этого третьего подготовительного шага в том, чтобы вспомнить об одном или двух неправильных поступках и высказать свое сожаление. Это хорошая практика. Рассказать кому-то о произошедшем — это очень здоровый подход, если мы обретем такую привычку говорить другим людям о своих слабостях или ошибках и проявлять честность с другими людьми. Поэтому постарайтесь быть честными с самими собой и подумайте о чем-то. Может быть, вредные ментальные привычки. И скажите честно, признайтесь этому человеку. Это хороший человек, это друг, вы можете ему признаться. И вы почувствуете очищение. Поэтому вспомните что-то, что вы совершили в прошедшие несколько дней, и поделитесь этим с человеком, с которым вы медитируете. А теперь сообщите этому человеку
что-то, что вас радует, чему вы горды, чем... И сегодня утром мы медитировали в Алмазной горе, и я могу сказать, что я чувствую, ваша медитация хороша, вы провели хорошую работу во время этого ретрита, потому что я много лет медитировал со многими людьми, и я чувствую, что вы прекрасно потрудились всю эту неделю. Вы усердно работали, и вы можете рассказать этому человеку о своей прошедшей неделе, порадоваться, испытать счастье. Честно, без гордыни, порадоваться тому, что вы добились такого хорошего прогресса в течение этой недели. Следующий подготовительный шаг – это попросить давать учения. Я думаю, что большинство учений, которые мы получаем, происходят от наших личных взаимодействий, общения с людьми. Я думаю, это гораздо чаще происходит, чем те учения, что мы получаем на занятиях. Поэтому сегодня и завтра, следующие несколько дней, особенно по пути домой с ретрита, у нас будет большое количество взаимодействия, общения с другими людьми. Многие из нас будут путешествовать. И давайте помолимся тому, чтобы в следующие несколько дней не столько формальные учения, но по мере нашего общения и бесед с другими людьми совершите молитву о том, чтобы люди могли обучать вас. Некоторые думают, иногда учения к нам приходят в форме какого-то неправильного поведения других людей. Мы начинаем думать, что я не хочу больше видеть такого поведения, надеюсь, что я сам так себя не веду. Поэтому попросите учений в хороших примерах и в плохих примерах, и попросите способности распознать эти учения, и попросите способности научиться благодаря этим учениям.
И шестой подготовительный шаг. Нас окружают поистине хорошие люди. Иногда я думаю, что мы привыкаем к этому и не замечаем этого. Поэтому постарайтесь подумать о хороших людях в вашей жизни, хороших примерах. Это могут быть ваши друзья, могут быть члены вашей семьи, могут быть общественные деятели, могут быть исторические персонажи, но люди вокруг нас постоянно, ежедневно дают нам примеры, дают нам учения. Попросите ваших учителей оставаться в вашей жизни. Помолитесь о том, чтобы вы узнали и узнавали своих учителей. Попросите учителей оставаться с вами, никогда вас не покидать. После первых шести подготовительных шагов мы выполняем медитацию, и сегодня мы выполним короткую медитацию. Это первая из 100 медитаций Ламрим, и я думаю, чтобы воздать честь этому событию, это первая медитация, мы выполним очень важную медитацию. В нашей жизни мы стремимся и хотим стать бодхисаттвами. Это хорошая, достойная цель для всей жизни. И если мы сможем стать бодхисаттвами, это будет невероятно прекрасно. И мы будем чрезвычайно счастливы и поможем другим людям стать счастливыми. Быть бодхисаттвой — это очень ясно, очень просто, что нам нужно сделать для этого. Мы можем стать истинным бодхисаттвой, и если мы обладаем двумя различными состояниями ума, двумя разными видами отношения. Сэм Джон. Первое. Я бы сказал, скорее, второе. Это то, что мы хотим развить понимание того, откуда происходит этот мир и откуда происходят все люди. И откуда этот мир не происходит. И это второй абсолютный вид бодхичитты. Понимание причины и следствия, понимание ментальных семян, понимание того, что все вокруг нас происходит из нас, из того, как мы относились к другим людям. И для того, чтобы достичь этой второй абсолютной бодхичитты, нам нужно сначала развить первый тип бодхичитты. Это ло. Это любовь и понимание того, что другие люди, так же, как и я, хотят счастья.
Каждый день, каждую минуту нашего дня мы пытаемся быть счастливыми, мы пытаемся достичь счастья, и это хорошо. Это прекрасное стремление человеческой жизни — обрести счастье. И первая медитация, которую мы сегодня выполним, это подумаем о другом человеке в вашей жизни. Это может быть ваш друг, ваш сотрудник, может быть, кто угодно, член семьи. Выберите одного человека. Медитация очень короткая и очень простая. Хочет ли этот человек быть счастливым? Так же, как и я хочу быть счастливым. Целыми днями, каждую минуту я хочу, чтобы произошло что-то хорошее. Я надеюсь каждый день, что со мной произойдет что-то хорошее. А теперь сфокусируйтесь на этом другом человеке и постарайтесь подумать. А этот человек такой же, как и я? Он или она тоже хочет быть счастливым? Он или она тоже надеется каждый день, каждое мгновение своего дня? Надеется ли этот человек тоже обрести счастье? Сегодня, каждую минуту, постоянно. Во мне есть эта надежда и желание. А есть ли они в этом человеке внутри? Надеется ли этот человек каждую минуту сегодня и каждого дня, что случится что-то хорошее, и человек будет счастлив? Выберите кого-то и задайте себе вопрос. А этот человек тоже каждую минуту сегодня хочет быть счастливым? И мы останемся в этом состоянии на несколько минут, а затем завершим медитацию. Она коротка, но она чрезвычайно мощная и важная, и вы можете ее выполнять последующие несколько недель, если захотите. Итак, выберите одного человека.
И теперь мы будем завершать медитацию. Выходите из нее. Мы хорошо поработали. Эта медитация такая короткая, но ментальная карма гораздо более сильна, чем физическая карма или словесная. Поэтому каждый час медитации — это чрезвычайно мощная карма. Карма из самого центра ума, из того места, где создаются семена. Представьте эти семена, которые мы создали в нашей медитации только что. Мне нравится представлять их в центре своего ума. Маленькие золотые семена в самом центре моего ума. И мне нравится представлять, как я делюсь этими семенами с другими людьми. Мне нравится представлять, что это подобно золотому сиянию солнца, исходящему из центра моего ума и распространяющегося за пределы моего тела, как лучи света вокруг Будды. Затем они распространяются все дальше и дальше в мир вокруг меня. Мне нравится распространять и спускать эти золотые лучи, это сияние сначала на окружающее меня пространство, а затем на весь город, в котором я живу. И это золотое сияние касается каждого человека в этом городе. А затем я расширяю это сияние на целый штат. И каждый обретает легкий привкус медитации, которую я провел. И затем мне нравится отправить это сияние еще дальше, до океана, в моей стране, от восточного до западного побережья. Мне нравится представлять, что каждый житель моей страны получает это сияние. И затем я отправляю его еще дальше, через океан, на другие континенты, другим странам. И затем этот свет вырывается за пределы этой планеты и распространяется в космос все дальше и дальше, на многие планеты Вселенной. Все люди и живые существа прикасаются к этому золотому свету той хорошей медитации, которую я совершил сегодня. И каждое живое существо становится более счастливым. А затем вы можете медленно открыть глаза. Мне нравится хорошенько потянуться. Мне нравится сделать вот такую штуку, когда вы растираете ладони одна в другую. Меня научили этому мои китайские друзья, и вот так сделать на лицо. Ваша медитация очень хороша. Я помогаю людям медитировать здесь уже где-то 20 лет. Да, у нас была годовщина празднования. И это одна из лучших групп, которые у меня когда-либо были. Я это чувствую, я это вижу. Не знаю, кто проводил медитации, но вы прекрасно поработали. Есть ли какие-то вопросы, прежде чем мы... Тимоти, во сколько у нас перерыв? 15 минут. Итак, есть ли вопросы? Хорошо. Мой учитель обычно говорил: «О, так вы все знаете». Да, Дженнис, досточтимая Дженнис. Чинле.
Вам теперь нужно практиковать ее имя Тринле. Тринле. Вы можете ее звать Тринле. Она будет оглядываться, как будто вы к кому-то другому обращаетесь. Благодарю за медитацию и благодарю за учение на этой неделе. Вопрос у меня такой. Достаточно сложно сконцентрироваться на одном человеке. Мне приходит в голову множество людей. Можно ли так делать, что я концентрируюсь на одном образе, и мне приходят в голову другие? Да, это отлично. Мне обычно три человека на ум сразу приходят, и я думаю, что это нормально. Но я посоветую. Совет касательно медитации. Медитация не должна быть настолько простой, чтобы вы устали или заскучали, но она также не должна быть настолько напряженной, чтобы вы утратили концентрацию и фокус. Поэтому сами решите, насколько усложнить медитацию. Если она слишком простая, то вы начнете засыпать, а если она слишком сложная, то вы потеряете ощущение вот этой эмоции помощи другому человеку. Поэтому вам нужно... Это как со струнами на гитаре. Их не нужно натягивать слишком сильно, и они не должны быть слишком слабо натянутыми, верно? Хорошо, да. Нам нужен микрофончик здесь, пожалуйста. Спасибо, Гишела, за прекрасную медитацию. У меня вопрос о том, как созревают семена. Если каждое мгновение раскрывается 1/65 семени, если семена создают меня, вас и всех в этой комнате, одно семя создает все, а затем следующее, и следующее, и следующее. Правильно ли я это понимаю? Это хороший вопрос. Я бы сказал так. У нас есть прямой опыт. Например, когда я сейчас смотрю в ваши глаза. И у нас есть косвенный опыт, логический. Когда я смотрю на тебя, я знаю, что вот там сидят люди. Я их не могу видеть, потому что я смотрю на тебя. Но я косвенно понимаю, что там есть люди. Я смотрю на тебя, но в то же время я осознаю, что там сидят люди, и они еще не выскочили, чтобы пойти на завтрак. Да, точно, они действительно все еще там. Так что одновременно мои семена создают прямое восприятие тебя, и в промежутке между этим мои семена создают вот это косвенное, непрямое восприятие людей рядом. Поэтому я одновременно воспринимаю комнату, полную людей. Я смотрю на тебя напрямую и ощущаю непрямым восприятием, что есть другие люди. Итак, прямое восприятие, семена вот раскрываются, чтобы напрямую тебя воспринимать. И между этими семенами другие непрямые косвенные семена. И у меня есть непрямые косвенные семена того, что я нахожусь на этой планете, и есть еще на ней множество людей. Это происходит последовательно. Они не раскрываются одновременно. Человеческий ум, ум не Будды, в этом уме может происходить только одно восприятие за миллисекунду времени. Поэтому я не могу воспринимать тебя напрямую и в ту же миллисекунду осознавать людей, сидящих в том углу комнаты. Ум постоянно мечется туда-сюда, вперед-назад, от тебя к ним и обратно. Но прямой объект и непрямые объекты создаются отдельными семенами. И они раскрываются последовательно, одно за другим. И очень-очень быстро. И на самом деле... является это прямым или непрямым,
зависит от картинок в моем уме. Так что в этом смысле нет никакой разницы между прямым и непрямым восприятием. Картинки, которые создают тебя, картинки, которые раскрываются из моих кармических семян, и эта картинка, кстати, не изменяется. Поэтому у меня есть вот эти прямые картинки и затем непрямые картинки. Но они все картинки. Это происходит чрезвычайно быстро. И это не совершенный процесс. Так, как будто ты составляешь мозаику вот из кусочков пазла, и ты всегда занят одной частью пазла, а другая часть где-то в темноте. И наше восприятие точно так же очень сильно отрывочно. Это человеческая такая способность. Когда ты становишься Буддой, то все одновременно можно воспринять. Да, перестаньте бросаться вещами там. Трейси. Доброе утро. Благодарю за прекрасную медитацию. Мой вопрос. Если семя никогда не касается дерева, когда дело касается корреляции, взаимосвязи, если я хочу получить это, то я сделаю то, как это когда-либо соприкасается с тем, чего я хочу. Помогите мне, пожалуйста, понять эти взаимосвязи. Как? Почему? Как это происходит? Хороший вопрос. Определенные вопросы являются логическим последствием правильного образа мысли. Понимаете? Какое-то время спустя изучения у вас должны появляться определенные вопросы. Если их у вас нет, значит, вы что-то не так учите. Мне нравится, когда люди задают определенные вопросы, я понимаю, что они размышляют. Если вы не думали об этом вопросе, то следовало поразмышлять над ним. Так что, если у вас есть ручка, и вы пишете что-то на клочке бумаги, то есть очень сильное ощущение вашего невежества, неправильного понимания. Сейчас мне уже не нравится называть это невежеством. Мне нравится это называть неправильным пониманием, ошибочным. Невежество может означать недостаток знания, а неправильное понимание означает неправильное знание, искаженное знание. Итак, кусочек бумаги, и вы пишете ручкой, и выглядит, словно ручка оставляет следы, вот эти значки на бумаге, и вы можете подумать невежественно, то есть, понимая неправильно, вы можете подумать, что ручка оставляет вот эти значки на бумаге. И это ошибка. Думать подобным образом – ошибка. И она совершенно естественна. Так думать – это естественно. Потому что мы в сансаре. Потому что вы думаете, что ручка пишет по бумаге, поэтому вы страдаете и остаетесь в этом страдающем мире. Поскольку вы верите в это, вы думаете, что причина и следствие означает, что чернила в ручке оставляют вот эти значки и следы на бумаге. И вы думаете, что это причина и следствие. Следовательно, вы стараетесь обрести больше ручек. Вы работаете, чтобы у вас было больше денег, чтобы было больше ручек. Вы думаете, что в этом причина и следствие. Но что на самом деле происходит? Семена ручки раскрываются. Семена, ручка, 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 семена бумаги, ручка, бумага, писание, письмо, письмо, письмо. Ваш ум, ваши семена создают бумагу, затем ваши семена создают руку и ручку, и ваши семена создают буквы, которые появляются из-под пера, но ручка не создает эти буквы. И это очень сложно понять и осознать. Да, существует причина и следствие, когда вы пишете на клочке бумаги. Но они никак не связаны ни с ручкой, ни с бумагой. Все это семена в вашем уме, которые выкладывают, накладывают изображение одно на другое.
кажущейся причиной и следствием, которые таковыми не являются. Пытаться очевидные причины и следствия получить снова и снова и снова — это причина сансары. Попытка получить больше ручек, убедиться в том, чтобы у других было поменьше ручек — это сансара. И сансара побеждается пониманием этих картинок, которые раскрываются одна за другой из ума. В примере с деревом есть семя, вода, солнечный свет, удобрение. И затем внезапно появляется дерево. Но оно не происходит из семени. Семя происходит из вашей ментальной картинки. Семя ментальной картинки, семя картинки, картинки. Картинка дерева, дерево, дерево. Причина вся в уме. Семя не может создать дерево. Физически это невозможно. Потому что, как ты сказала, к тому времени, как появляется дерево, семени больше нет. Поэтому они никогда не соприкасаются, не вступают в контакт. Кончик ручки никогда не касается бумаги. Никогда. И семя, по определению, семя не может вступить в контакт с деревом. Дерево никогда не может происходить из семени. Это невозможно. Поэтому должно быть происходит что-то иное. И это значит, что ваш ум создает семена. Ум создает семена, ум создает семена, ум создает дерево. Почему же тогда, Гешила, я не могу увидеть, почему же тогда мы заботимся о том, чтобы сеять семена, если мы хотим деревьев? И это называется шаблоны. Это ваши кармические шаблоны, шаблоны сансары. Семена не являются причиной растений. Но если вы не сеете семена, растения не вырастут. Поскольку это шаблон, это кармический шаблон. В этом мире обычно есть физические семена. Их необходимо посеять для того, чтобы появилось дерево. Это кармические шаблоны. Это те шаблоны, которые справедливы большую часть времени, до той поры, пока вы не станете более продвинутым практиком и не поймете, как это действует на самом деле. Так, вообще-то на меня оказывают давление, чтобы я занялся фандрейзингом. Хорошо, Элла, еще один вопрос. Микрофон. И, кстати, это миндальное молоко. Берете горстку миндаля, замачиваете на ночь, тогда он размокает и готов. Затем бросаете их в блендер, чуть добавляете воды, делаете смузи, и затем добавляете еще воды и снова смешиваете. Затем бросаете клубнику. И снова смешиваете. И обычно я не ем до обеда. Но я выпиваю 2 или 3 стакана вот этого смузи. И тогда вы не набираете вес. В клубнике и в миндале нет никаких углеводов. Поэтому тогда вы постоянно можете влезть в свою одежду. Это очень просто все, да? Да? Это все дело в углеводах. И это очень здоровое питание. Это недорого. Мне не нужно ничего готовить. Это сберегает массу времени. Вот такое предложение для вас. Итак, спасибо, Гешила. Уточняющий вопрос. Физические семена понятно, а ментальные семена как насчет них? Это такой же шаблон или взаимосвязь? Как мы можем исправить это? Хороший вопрос. Спасибо. Вопрос состоит в том, что мне нравится. Я понимаю ответ на вопрос Трейси о семенах елки и елки. Но как это применимо
к ментальным семенам. Идея такая же? Да, идея абсолютно такая же. Ментальное семя не производит ментальную картинку. Ментальная картинка не обязательно выходит из семени. Вы воспринимаете, что она исходит из семени, поскольку вы всегда так делали. И я дам пример из школы «Только сознание». И именно поэтому необходимо посещать занятия переводчиков «Смешанные орешки». Они бесплатны. Это мудрость 2500 лет. И мы такой график создаем, чтобы вам было удобно. Мне на самом деле неудобно. Если вы продолжите посещать эти занятия, то вы получите ответы на все вопросы, которые у вас когда-либо могут возникнуть. В школе «Только сознание» говорят, что когда вы смотрите на розовый цвет, вы просто смотрите на розовый цвет в вашем хранилище сознания. Вы смотрите, как раскрывается семя в вашем собственном уме. Вовне, вне вас нет ничего розового. Все в вашем уме. Это школа «Только сознание». Это не школа «Срединного пути», но она полезна. Они верили, что вы смотрите просто на часть своего собственного ума. И вот на этом расстоянии от головы Гешела нет никакой чашки. Мои глаза вот здесь, цвет вот там. И возникает большой вопрос школы «Только сознание». Хорошо. На самом деле, когда я вижу розовый цвет, я на самом деле смотрю на часть своего собственного ума, по мнению школы «Только сознание». И тогда возникает вопрос. А почему у меня такое ощущение, что этот цвет, он где-то вовне? Почему? Мне кажется, что он примерно на 1 метр от меня. Почему у меня такое ощущение? Откуда оно происходит? И школа «Только сознание» утверждает, что у вас есть особые семена из прошлого, которые создают иллюзию дистанции этого расстояния. Иллюзия внешнего. Есть отдельное семя в вашем уме, которое создает это ощущение, что цвет находится снаружи. И тогда появляется вопрос, возникает вопрос Уэллы. А откуда это семя происходит? И ответ — оно не появляется. А это что значит? Это значит, что это семя может длиться вечно. Что вы не можете указать на первый день своей прошлой жизни, когда вы увидели, что чашка находилась снаружи. Потому что у нее тоже должно быть семя, что, послужившее причиной. В прошлой жизни вы думали, что чашка находится вовне. Почему? Потому что за жизнь до этого вы думали, что чашка вовне. Потому что за жизнь до этого, и за жизнь до этого, и так далее. И западные люди, не буддисты, у них серьезные проблемы с этим. Они говорят, да это как-то очень странно. Семя происходит из старого семени, а то происходит из старого-старого, а то из старого-старого-старого много-много-много жизней назад. Но истинный буддизм говорит, нет, это не странно, вы странны. Странно думать, что было какое-то начало. Вот это и настоящая странность. Если поразмышлять об этом, то очень глупо думать, что было начало. Потому что что-то появилось из ничего. Ничто не происходит ни из ничего. Поэтому где-то в моей жизни было детство. Вероятно, я что-то хорошее сделал. Это старая английская песня. Звуки музыки, верно? Как бы там ни было. Вот и все. Это семя. Впечатление о том, что появилось ментальное семя и создало ментальную картинку, и впечатление, это шаблон, и этот шаблон всегда существовал. И это не избегать вопрос, когда я говорю, что это всегда было так. Это то же самое, как и ваша
Мама говорила, почему я не могу все время есть конфеты? Ну, потому что вот так. Okay.